Люди в те времена хорошо понимали, что фарисеи это были такие набожные люди, хорошо знали. Даже было такое выражение, что если даже в мире останется два человека, то один из них это стопроцентно будет фарисей. Суть осталась та же, то есть внутренний человек остался тот же, а внешне он изменился. Вот вспомните себя, или вот кто был таким, или кто сейчас это все делает, думать, вот я столько сделал, а почему Бог мне это не дал. И когда общаясь с такими людьми многими, ты видишь, что этот человек, он остался в том в советском периоде, и когда ты искренен, ты не лукавишь, не двоишь, не лицемеришь, вот ты и увидишь Господа Бога. Мир вам, дорогие зрители! Наш Господь в Нагорной проповеди говорит следующие слова. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Не помню, в каком из моих видео, в одном из видео я говорил о том, что Господь в Нагорной проповеди всегда, когда что-то говорит, Он дальше в следующей главе или в той же главе раскрывает вот эти слова и вот вот эти слова праведности э, книжников и фарисеев здесь они э, превзойдем их то не войдем в царство небесное и это было написано в пятой главе а в шестой главе он говорит что когда молитесь когда поститесь когда делайте дела милосердия, не будьте как лицемер. Я уже об этом говорил в прошлом видео, и как бы получилось наоборот. Но мы сейчас вернемся к словам Господа. Здесь Господь не хочет сказать, что праведность фарисеев, книжников, вот это их закон, это были плохими или худыми. Нет, он этим хочет сказать наоборот. Он показывает, что если эта праведность, которую они держались, вас не приведет в Царство Небесное. И мы увидели уже в том видео, что фарисеи, они акцент ставили на внешнее, а внутренние они были не такими, какими должны были быть. И Господь вот это и осуждает, вот это лицемерие, которое в кавычках, вот эта праведность фарисейская. Люди в те времена хорошо понимали, что фарисеи это были такие набожные люди, хорошо знали. Даже было такое выражение, что если даже в мире останется два человека, то один из них это стопроцентно будет фарисей. То есть тогда это люди хорошо понимали. И поэтому вот эта внешняя набожность, которая всем видна, все это видят, была некой праведностью, которая не могла вводить в Царство Небесное. И поэтому Господь учит нас, что, то есть, опять правильно поймите, что ветхозаветный закон, ветхозаветная праведность, это неплохие вещи. То есть Сам Господь исполнил весь закон, все исполнил, все Он сделал и хочет нас поднять более возвысить наверх. И помните, он, дальше Он говорит, э -э написано не убей, а я говорю вам, не гневайтесь. То есть, если человек начинает гневаться, он этими словами Господь не вас препятствует закону «не убей», а он хочет нас, опять, как сказал, поднять наверх, то есть уже заранее приготовить нас и показать, что если ты начинаешь гневаться, это может привести к убийству, то есть ты можешь убить человека. А раньше, в ветхозаветные времена, люди, если и не убивали, то от страха быть наказанным, ибо око за око, Глаз за глаз, если убьют, то тебя тоже убьют. И поэтому в основном все боялись вот этого закона. Но внутренне они кипели, они ненавидели. Как апостол Иоанн скажет, ненавидящий брата есть человека-убийца. То есть человек может из-за страха, или из-за слабости, или, за, или и по какой-то причине не убить человека. Но внутри будет Он ненавидеть этого человека, ближнего, и это тоже будет считаться убийством. И поэтому Господь нас поднимает, чтобы мы были выше праведности фарисейской. Я опять говорю, праведность фарисейская ⁇ это было в том, что это внешнее. Он Господь, Господь нас предупреждая, чтобы мы не были похожи на них внешне. То есть молиться везде, чтобы, ну, не буду повторяться, как в прошлом видео, вот если кто не видел, вот ссылка выйдет здесь, посмотрите. Вот эту праведность фарисейскую, да, вот так скажу, мы все почти, наверное, и проходили, проходили, многие неофиты, вот так скажем, кто приходит к вере, им кажется, что все христианство это в том, что как ты правильно соблюдаешь вот эти всякие правила, эти каноны, которые есть, там молиться, там все, то есть внешне. Вот вспомните себя или вот кто был таким или кто сейчас это все делает, что э, вешаем на себя кресты, э, там у православных русских берем ремни какие-то, там с псалмами, с молитвами написано, паспорты продавали, это э, чехол, вот то кожух для паспорт или для каких-то удостоверений с молитвами, там, в общем, четкий. Вот люди вот думают, что если это все будут иметь, это все, это будет их оберегать, все это будет их, им помогать, понимаете? И это все акцентируется на внешнем. Многие у себя вот, наверное, в домах, иконы развешены столько много что уже стен не хватает наверное там лампады висят ну у меня тоже это для, <laughs> вот так для э, интерьер такой э, сделал но опять говорю, вот это все люди думают что это внешнее если это ты все сделал внешнее то ты такой истинный Христианин, ты уже праведность, да, такая вся в тебе. Но христианство нас учит, что мы должны внутренне измениться, мы должны вот это все внутреннее, то есть новый человек должен стать, старый должен умереть со, со своими привычками, страстями. И поэтому очень легко, дорогие, когда христиане приходят к вере, они внешне все это изменяется, это легко, это очень легко а внутренний человек остается таким, каким он есть. Я вот у одних православных психологов, такой, в книжке про психологию православную, про христианскую, очень интересную мысль сказали, Там э, косыночку, пом, э, гал, пионерский галстук поменяли на косыночку, то есть сняли и повязали. То есть суть осталась та же, то есть внутренний человек остался тот же, а внешне он изменился, он стал таким набожным. Например, человек по натуре, он мало говорит, и вдруг читает, что там э, есть молчальники какие-то, там монахи, которые ничего не говорят, ему кажется, он такой добродетельный, что он не говорит. Или наоборот, начинает тихо говорить, что ты силы тратишь, чтобы напрягаешь мышцы, мышцы уш, чтобы услышать, что этот человек говорит. А ему кажется, что это некая э, добродетель или христианство заключается в этом. Понимаете? И также очень много вот это внешние атрибутики. Люди, которые раньше ходили в какие-то заведение сейчас ходит только в церковь, но внутренне они не изменились это не произошло вот это вас воскрешение вот этого ветхого человека то есть он не умер и не воскрес. вот посмотрите в себе как мы быстро гневаемся, как мы быстро обижаемся, да, если что-то там не так скажут, мы обижаемся и на Бога, если там мы что-то хотели, не получилось. Вот, вот это посмотрите. А внешне, опять говорю, мы могут быть самими такими постниками хорошими, да? Может, там. Как бы поклоны выбивать, четкие длинные, вот так сидеть в церкви или стоять и молитвы читать, все будут смотреть, удивляться. То есть это внешняя атрибутика, и человек акцент ставит на этом, дорогие. Дальше человек, когда немножко в этом остается, он, некоторые, кто это понимают, видят, что они не растут. То есть все это повторяется, все они делают, и ничего не изменяется в их жизни. Они начинают думать, и вот это состояние их переводит куда? Переводит такое э, бизнес-состояние в торговлю с, с Отцом Небесным, с Богом. То есть человек начинает уже думать, вот я столько сделал, а почему Бог мне это не дал. Вот я столько делаю, я столько молюсь, столько делаю, соблюдаю постов, столько людям помогаю, хожу в церковь, паломничество. Поэтому, дорогие, это все хорошо, если вы ходите в церковь, вы там э, понакупите себе икон, молитва слов, Библии, разных изданий, весь дом, в шкафы, все книги выбросить, только духовную литературу выложите в этих шкафах, полках, да? от этого вы христианами не станете. Если вы внутренне, ваш внешний, внутренний человек не изменится. Если вы завидуете, если вы проклинаете, если вы ненавидите, и вы не можете прощать за эти годы, может, многие уже лет 20, я мног... некоторых из них, вот этих людей верующих, называю, вер... называю верующими со стажем. Которые набирают стаж, но внутренне они не изменились, они остались теми же людьми. Есть люди, которые в советский период они любили ходить на пикники, так собра соберутся. Они рук собирали, вот могли организовать вот это всякие туры, да, а приходят к Вере, они меняют тему. Вот так один из моих друзей давно еще сказал: говорит, человек меняет тему. Он идет уже организует паломничество. И когда общаясь с такими людьми, многими ты видишь, что этот человек он остался в том советском периоде, он хороший организатор. Это не значит, что не нужно этим пользоваться. Это талант может. Но он стал, он был как был, но и остался. Он не изменился за эти годы. Вот об этом я хочу вот вам, это хочу вам донести, что верующий человек, христианин должен знать одно, что христианство — это образ жизни, это твой образ жизни. Он не, не, не во внешнем, опять говорю, не во внешнем это все, а во внутреннем, какой ты внутренний человек также. У нарикации есть такие слова, знаете, говорит, не даровищу, а дарителя. Дарителя, то есть вся суть Христианство — это в том, чтобы соединиться с Господом Богом, приблизиться к Нему, быть в единстве с Ним и быть искренним, чистым человеком. То есть, смотрите, Господь говорит, блаженные, чистые сердцем, ибо они узрят Господа Бога. Да? Чистота сердца, многие говорили, что это там, бесстрастность, такая беспристрастность, какая-то святость какая. Но Давайте вспомним, кому он говорил в, этой, в Нагорной проповеди, а кому он эти слова говорил? Он говорил людям, которые имели свои проблемы, семейные проблемы, муж, жена, дети, да, им это говорит. А этот человек, как он может стать беспристрастным, будучи это не монахом же Господь, он говорил, а простым людям. И вам тоже он этими словам, он хочет сказать, Чистый сердцем это искренний человек. Искренний человек. Вот вы посмотрите, насколько вы искренний человек, насколько вы стали искренними, за эти, времена, за эти годы вашего христианства. Искренность не в том, что, что у меня на уме, то и у меня на языке. Я могу высказаться, искренне сказать. Нет, это не искренность, это глупость и тупость во многих случаях. Но искренность в том, когда ты искренен в отношениях с человеком, с друзьями, с ближними, искренен в отношениях с Богом, искренен в отношениях к сам по себе. И когда ты искренен, ты не лукавишь, не двоишь, не лицемеришь, вот ты увидишь Господа Бога. Потому что искренний человек, он чистый, как зеркало. Вот мне в телеграме недавно так... Задали вопрос насчет э, чистоты, там зеркало, что-то не помню, да, вот извините, вот, но надеюсь, смогу ответить на этот вопрос: что чистота, сердце, это, знаете, человек это зеркало, да, это искренний человек это зеркало. И когда люди, которые видят в этом зеркале свое отражение, видят свою э, неискренность, видят, видят свою лживость, и они что делают? Они первым делом хотят заморать это зеркало, грязью замазать, чтобы их не видеть, самих себя не видеть в этом человеке. Потому что когда человек искренне работает, он трудится все-все, а лентяй на этом фоне все видят, что он лентяй, а это трудится. Поэтому он все будет делать, чтобы опорочить имя этого трудолюбивого человека. Вот так скажу, что вы поняли. То же самое искреннего человека, чистого человека. Но насколько они хотят опорочить, это внешне могут опорочить, оклеветать сплетни распространять об этом человеке, но этот человек все равно, он узрит Бога. Он может проиграть, потерять что-то в этом мире, вот так скажу, но он обретет самое главное. Господа Бога, он увидит Господа, потому что он искренен. Он не будет лукавить перед Богом, проща прощения, прости меня, Господи, но ты знаешь, что я не хотел этот грех сотворить. То есть здесь лукавство, здесь нет искренности. Да, ты встречаешься с человеком, ты обещаешь ему все-все, а внутри начинаешь его хулить, это не искренне. Да, лучше искренне, или есть люди, которые обещают, да, что-то, да, я вот это сделаю, и, и ты ждешь, когда он сделает. А не лучше было искренне сказать, извини, я не смогу сделать, я не могу помочь, потому что так и так, или я не могу сегодня сделать. И человека ты говоришь, и человек, он верит тебе, и ты его так спекулируешь, его чувствами, и, и в итоге не, не помогаешь. Поэтому вот искренний человек сам к себе, он э, ну сам к себе и к Господу Богу это очень взаимосвязано. Вот в этом, дорогие, я хочу, чтобы вы поняли, что христианство опять это не во внешнем. Христианство не будет тебя рассматривать, насколько ты Опять говорю, сколько у тебя икон, сколько Библии, сколько раз ты ходишь в церковь, молишься на коленях или на стоя, или сидя, я не знаю, или паломничество пешком, или на автобусом, или самолетом едешь, сколько раз в Иерусалим. Это все хорошо, это нужно, все, все. Но если на этом вы зависите, зависаете, то это ваша праведность не больше фарисейской и книжников. Вот об этом речь. Поэтому в царство войдем мы, если мы искренне перед Господом Богом. Об этом я хочу сказать. Ну, очень важно для христианина эти испытания. Да, вот многие верующие, когда начинается пост, у них начинаются всякие там искушения или там. И вот говорит, вот сатана нападает, типа это испытание. Но нет, дорогие, это не сколько не сатана нападает, а я всегда говорю, что это начинает исцеление, когда мы начинаем, когда весь год жили невоздержанно, да, вот так ленились в молитвах, ходить в церковь или что, и вот мы вот этот великий пост начинаем, это все делать, это не сатана нападает на нас или что, ну может и он тоже, но по сути у нас начинается исцеление. И когда начинается это исцеление, те ранки открываются, но это все выходит наружу, и это Господь нам показывает, чтобы мы, вот смотри, ты какой, а не сатана там тебе что-то сделал. Видите, здесь и сатана даже готов на себя взять эти все, но лишь бы, чтобы человек не исцелился, не исправился. Поэтому, когда видите всякие, всякого рода испытания, искушения в себе, не бросайте на него, а благодарите Бога, что он, Господь, показывает ваши слабости, он открывает ваши раны, это гнянички, вот это внутреннее, внешнее, вы такие гробы окрашенные, да, как говорит Господь, а внутри сколько мерзостей. И вот Господь дает возможность, чтобы эта мерзость вышла наружу, чтобы вы очистились и очистились не до следующего великого поста, а чтобы вы продолжали так жить. И чтобы великий пост для вас стал всего лишь как, как знаете, как меню меняет вашей жизни, это ваш рацион питания меняется, что пост стал такой, таким вещью, а что вы были всегда воздержанными, молитвенниками, осознанием, то есть дела милосердия творили. Вот это христианство. Поэтому верующий человек, как раз сегодня вот в Телеграме был такой спор, там христологические вопросы о Троице, я написал следующие слова, вот это, что для христианства есть вот две вещи. Это хрупкая и гиб, гибкая. Гибкость это в духовно-нравственных вопросах. Она может всегда вот так быть гибкой. И всегда не времени, месту. А вот хрупкость это христологические, богословские вопросы. Которые мозгами как нельзя его трогать. Можно Разбить. Разбить погубить свою душу и в ереси впасть всякие да вот так под анафеми церкви попасть и поэтому мудрости нам чтобы не трогать вот тем более это все начинает великий пост я это уже заметил что во время великого поста у людей начинает обостряться христологический богословский вопрос. Это показывает то, что люди весь год духовным ничем не занимались, и вдруг сейчас начали читать книжки, начинают вспоминать, что есть Бог, что есть Троица, и хотят это все с вами мозгами все воспринимать. Но это, опять говорю, хрупкая вопрос. Здесь в таких вопросах надо просто веровать. Веруем всем сердцем и исповедуем. То есть это просто надо верить и исповедовать. А как, почему там, а те, как это 1-3 три, и 3 три это один, это все, просто надо верить. Вот написали люди в какое-то время, и все. А почему так? Это что? Господи, вот я искренне говорю, веру исповедую во все это. А вот духовные вопросы гибкость это в том, что э, духовность, она не остается, как во втором веке, да, люди жили и потом в пятом, в десятом и в двадцать первом. Невозможно, я всегда говорю, если бы отцы церкви, например, жили бы в 21 веке, которые в 5 веке писали какие-то каноны, они в 21 не писали бы такие каноны, как были, которые писали в 5. Вот об этой гибкости говорю в духовных вопросах и для всех людей, и для времен разных. Оно, оно гибкое духовность. Вот это слово не люблю, но в, в кавычках скажу приспосабливается. Истинная духовность приспосабливается к любой форме. Поэтому верующий христиан, где бы он ни был, он всегда останется верующим ему не будет, знаете, если нету икон, нету церкви рядом, нету креста, нету молитвенника, он все равно в любом месте он будет и молиться, и поститься, он будет с Господом Богом. А тот, кто этого не понял, он должен всегда искать вот икону, искать поклоны, искать, искать молитва слова, искать там правила какие-то. Если этого нет, он начинает, он теряется. Поэтому опять духовная, э, истинная духовность, она к любой форме и к любому времени она может жить. Э, она не теряет от этого ничего, а наоборот правильно живет. И поэтому вот посмотрите, если вы, вам плохо становится, когда, когда рядом нет церкви, или вы в транспорте едете, и, да, и не можете молиться в транспорте, не можете там на улице сосредоточиться, молиться. Это значит, это не проблема в транспортных людях, а проблема в тебе. То есть ты еще не понял суть молитвы, не понял то, что нужно для христианина. Опять говорю, в таких вопросах человек, он свободен. И поэтому верующий человек, если он очень такой понимает все к чему, если он куда-то и попадет, и, как отцы говорят, по любви, по делам любви, чтобы э, если человек во время поста, он если что-то скушает не постно, он от этого не пойдет вешаться, извините, вот так скажу, он от этого ни с ума не сойдет, там он согрешил. Нет, он наоборот покажет дел, дела любви к ближнему, он не захочет обидеть человека, который угощает его во время Великого Поста, не зная, что ты в посту, да? И поэтому говорю, если ты боишься вот этих моментов, да, лучше из дома не выходи. Понимаете, вот настоящий верующий, ему не нужны молитвословы, да, то есть Молитва слова всем нужна, но если где-то он находится, нету молитва слова, он не растеряется, он начнет молиться. А если даже молит не знает, ну, отче наш хоть будет знать, как и учил Господь. Если молитесь, и говорит, скажи, отче наш, да, да, вот эту молитву. Поэтому если в тебе вот это начинает бурлить, кипеть, это значит, ты еще не такой не дорос до этого, и поэтому стремись к этому, не бойся быть вот этой свободным. Свободным не в том, что что я хочу, то и делаю, а свободным то, что это внешне не влияет на меня. Мне опять говорят, где бы я ни был, на улице, где будут шум, гам, как и златоустка, если ты даже где-то находишься, ты молись. Везде молись, и Господь услышит. Наш Господь, Он везде. Ему не нужно, как язычники, призывать, чтобы он пришел, потому что ты не в том месте стоишь. Нет, он везде слышит. Если опять говорю, многие говорят, ну нету армянской церкви, как молиться. Вот выйди на природу, чистый воздух, помолись, дома помолись. Да, и пойди в русскую церковь. То есть от тебя, от этого твоя духовность не, не изменится, не уменьшится. Но если ты зависишь от этого, опять говорю, вот подумай, значит, у тебя все еще нет этого духовного роста. Ты еще не вырос. Ты там неофит некоторый, который может застрять там и превратиться в фарисея, книжника, чья праведность тебя не доведет, царство небесное. Об этом речь. Поэтому, дорогие... Э пусть этот великий пост вот в этом году, что 2023 год, научитесь искать Господа Бога, научитесь, опять говорю, понять, что христианство — это ваш образ жизни. Вот пост опять сегодня, если что-то и не кушаем, это для того, чтобы учились воздерживаться, чтобы были на язык не быстро говорить, то есть не злословить, не проклинать, вот, вот эти вещи тоже, быть воздержанным в этих непристойных вещах и всю жизнь, чтобы это стало всю жизнью, это стало образом вашей жизни. И опять насчет искренности, это очень важно, будьте искренни и просите Господа, чтобы он научил вас искренности научил вас любить его знаете нету заповеди такой ну в, поверьте в бога то есть уже приходящий к богу должен он же верить но есть заповедь вас люби бога понимаете нам нужно научиться любить бога когда ты любишь эта любовь она жертвенная она не ищет что-то она не потребитель, понимаете? Любовь, она такая вещь, она отдает. Отдает, потому что когда отдает, она уже и принимает, не ища того, чтобы принять. Не знаю, поняли, что я сказал? То есть Господь, Он любит нас, без того, чтобы мы что-то Ему дали, Он вот я потом тебя полюблю, да? Нет. Но когда Он любит нас, Он дает нам что-то. Он знает, если мы тоже любим, мы тоже отдаем. Вот это называется такой диалог, а когда есть в односторонне, это монолог. Там нету второго. Поэтому любовь это такая вещь, что нужно отдавать, и ты уже авто ты принимаешь. Ну, наверное, еще не сформулировал свою мысль, извините, но надеюсь вы Поймете, о чем речь. А когда ты ищешь сначала что-то получить, чтобы потом начать любить, это неправильно. Вот об этом. Поэтому нарыкацы, как и сказал, говорит: не ищу даров, а ищу даритель. Это самое высокое, что есть, и что мы можем получить, искать нашего Господа Бога. Неважно, Он нам что-то даст или не даст. Но он такой, он не как человек, да, который обманывает, он верен, говорит, ищите, ищите прежде всего Царство Небесное и праведное, остальное вам дастся. То есть он показывает, что он не оставит нас. И уповающий на него никогда не постыдится, дорогие. Поэтому опять этот великий пост, пусть вот этот великий пост на это 2023 год, постарайтесь стать христианами. Христианами, которые будут жить и возрастать и дальше и дальше. И каждый великий пост, поверьте, он для вас, Господь, будет открывать что-то новое. Что-то вот так, знаете, очень постоянно что-то узнаешь новое, познаешь Господа Бога. Потому что знания, они безмерны. Потому что... Знания, когда мы удостоимся жизни вечной на небесах, там всегда будем познавать Бога. И поскольку Бог безмерен, это знание безмерно. И поэтому мы постоянно что-то чему-то учимся. Я сам, к примеру, если брать мои видео или вообще мои советы лет 10-15 лет тому назад, и сегодня, я тоже вижу, что-то изменилось. Я тоже начинаю расти, для меня тоже очень много открывается. Я с вами делюсь, объясняю и поймите, вкусите и увидите, что Господь благ и очень благословляет своих верующих. И опять просите Господи, научи меня быть христианином, не как праведностью фарисейской и книжников, а такой, который ты хочешь видеть в нас, чтобы мы были в Царстве Небесном, не для того, чтобы просто спастись, а ради того, чтобы пребывать с тобой вечно. А это без любви невозможно, потому что только и любого останется. Если мы в этой жизни, дорогие, эта жизнь дана также нам для того, чтобы мы учились любить и Бога и ближнего, понимаете? Здесь мы приобретаем этот навык любви, мы здесь этот дар приобретаем на этой земле, понимаете? Приобретаем или теряем? И вот это, если мы этой любви не не будет у нас здесь на этой земле, не приобретем, мы там туда не войдем. Поэтому книжники и фарисеи, они когда что-то и делали, они без любви делали. Они делали, чтобы, опять говорю, показать людям, и, и они не помогали людям, опять говорю, это делали для своей славы, а там нету любви, потому что говорю всякие дела говорит, без любви это ничто, да? Апостол Павел говорит, если буду говорить на языках, там Жертву в тело принесу, горы буду переставлять, а не буду, не буду иметь любви, я ничто. То есть это потому что любовь останется, дорогие. Поэтому не думайте, что вы на, на небесах приобретете любовь. Нет, если вы здесь не имеете любви, там не будете иметь, то есть никто из нас не будет иметь. Поэтому опять, извините, повторяюсь, я такой. Постоянно повторяю, извините, просите Бога, чтобы Он вас научил жить по-христиански, то есть стать христианами, по, по сущности, чтобы христианство стало образом вашей жизни. Даже опять говорю, идете что-то делаете, чем-то занимаете, музыку слушаете, радуетесь, кушаете, пьете. Это пусть будет вашим образом жизни. Да удостоит нас наш Господь, чтобы мы имели, имели праведность больше, чем у фарисеев и книжников, чтобы войти в Царство Небесное и пребывать с ними во веки вечных. Аминь. А на сегодня столько, дорогие, спасибо вам и храни вас, Господь.